Компания «ДБМ Групп», город Москва, Мерчикари, Ирина Вячеславовна. Все, что я вынесла из этого вебинара, скажем так, это исходит из того, зачем я сюда пришла. Я интуитивно понимала уже давно, что работа в нашем отделе продаж, когда все занимаются всем, не совсем приносит те результаты, которые мы ожидаем, а найти пути реструктуризации у меня самой не хватало сил и, скажем так, навыков, да, и здесь я, в принципе, получила достаточно четкие ответы и уже, по крайней мере, очень четко сложила для себя дальнейший путь развития, скажем так, нашего отдела продаж и его реструктуризации в том числе. Thank you.